мы видим, казалось бы, и такой неопасный удар, да, очень мощный удар по центру ворот, в этом смысле неопасный. Можно говорить, что слегка Нарубин был ослеплен солнцем, ведь солнце у нас светит оттуда. Но, вы знаете, никаких оправданий быть не может, и аплодисменты и комплимент Алиеву. Давайте посмотрим еще раз. Разбег мимо стенки. Показалось, что стенка как-то немножко была не так. И смотрите, вот вопрос, как была выстроена стенка. По-моему, часть ее закрывала пространство в стороне от ворот. Во всяком случае, так вот, мне кажется, по этому плану. Было полное ощущение, может, обман зрения, что Алиев не имел перед собой никаких препятствий.